Проверки технического состояния систем газоснабжения памятников Вечного огня проводятся ежегодно накануне празднования Дня Победы в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», организатором которой выступает компания «Газпром Межрегионгаз». 29 апреля специалисты ООО «Газпром Газораспределение Ульяновск» провели техническое обслуживание обелиска Вечной Славы в Ульяновске, самого масштабного мемориального комплекса в регионе с Вечным огнем. Техобслуживание проводится в целях бесперебойной подачи газа на памятники Вечных огней. Газовики, значит, снимают обрамление газовой горелки, производят очистку газово-горелочного устройства, смотрят состояние подводящего газопровода, проверяют на герметичность все резьбовые сварные соединения. На время отключения подачи газа на монумент была соблюдена традиция сохранения Вечного огня. Сотрудник газовой службы перенес частицу огня на специальный факел, где она находилась до окончания техобслуживания. Церемония зажжения Вечного огня на обелиске Славы состоялась сразу же после окончания работ. В условиях пандемии коронавируса персонал «Газпром Газораспределение Ульяновск» при выполнении работ на обелисках соблюдал необходимые профилактические меры, использовал индивидуальные средства защиты, маски и перчатки. Всего на территории Ульяновской области надлежащим образом обслужены и подготовлены к проведению церемонии зажжения Вечного огня 18 мемориальных комплексов, которые запитаны от природного газа. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Ол Правда ТВ.